Здравствуйте, друзья, меня зовут Инна. Я рада приветствовать всех, кто зашел на мой канал. Сегодня я буду декорировать вот такую баночку для мелочей. Вот, кому интересно, оставайтесь со мной. Для работы я возьму нитки, термоклей. И верх баночки я обклею ниточками. Обклеила ниточкой и теперь буду наклеивать фетр. Обклеила. У меня тут стыки получились не очень красиво, поэтому придется их декорировать. Нарезала вот таких полосочек тоненьких и буду приклеивать. Вот пока что получается. Сейчас я возьму еще фетр, обведу баночку и приклею снизу. Так, но приклеила, чтобы спрятать вот этот вот не очень красивый, так скажем, край. Я возьму вот такие вот самоклеющиеся бусинки, полубусинки. И приклею их сюда. Приклеила внизу, сверху тоже, место соединения ниток. Так, пока займусь крышечкой, то есть я хочу тоже приклеить вот так полосочку фетра. Ой, не фетра, фоамирана. Возьму опять
цвет. И обрежу. Вот что получилось. Здесь я тоже возьму такие бусинки и вот так вот задекорирую край. Вот пока что получилось, и теперь просто будем заниматься украшательством. Подбираем все, что есть интересного. И начинаем приклеивать. У меня есть вот такие вот, как пайетки. Я думаю, их тоже можно красиво положить, приклеить. Вот так вот уже получается. Ну и теперь просто, как, у кого фантазия, у кого какой материал. Ну, я продолжу украшать и потом покажу вам, что получится. Ну вот, я закончила. В итоге вот что получилось. Быстренько и нарядненько. Кому понравилось, ставьте лайк. Кто не подписан, подписывайтесь. А я с вами прощаюсь. Пока-пока.